вот фракция, вот мы дробим. То есть мы ее приняли, да, и мы ее передробили. Мы ее сортовали, то есть встреча отдельно, ПНД отдельно, вот получилось ПВД. Далее ранее выброшенные полимеры замешают с кварцевым песком в пропорциях 25 к 75. Именно из этих двух связующих и создается плитка. Такая технология безотходного изготовления тротуарного покрытия есть лишь в одном месте Алтайского края – на заводе «Экорегион» в Волчихе. Притом оборудование здесь используется полностью отечественное. Перемешиваем все это в смесители тщательно и, соответственно, добавляем его в АПН – аппарат плавильно-нагревательный. Где это все переплавляется, связывается, и на выходе получаем массу, скажем так, теста, которая укладывается в пресс-форму, и под высоким давлением более 160 тонн формируется уже готовое изделие. В среднем за день на заводе производят до 40 квадратных метров полимер песчаной плитки. И хотя ценник слегка выше рыночного, по характеристикам продукция превосходит ближайших оппонентов в виде кирпича и бетона почти по всем показателям. Она водонепроницаема, отталкивает воду, да, то есть ей ничего не бывает. Она не крошится, как бетонная, например, плитка, если возьмем из продукции плитку. То есть она работает в диапазоне от минус 50 до плюс 70 градусов, и ей абсолютно ничего не бывает. Мало того, что эта плитка где-то в два раза легче, чем бетонная, так она еще и более прочная. Максимум могут остаться небольшие вмятинки. Даже цвет почти не изменится, красители не китайского производства, так что укладывать ее можно даже в самых солнечных местах, не выцветит. К примеру, около бассейна или крылечка. Однако важно соблюдать определенные правила. При укладке плитки нет никаких сложностей. Когда ее укладываем, главное соблюдать зазор 5 мм. То, что при нагревании солнца она имеет свойство расширяться. Сейчас основная цель завода – найти поставщиков. Далее в планах уже пополнение линейки ассортимента плитками с новыми узорами, а также брусчаткой. В будущем, в зависимости от заказов, может появиться другая продукция. Например, канализационные люки или колпаки на забор. А там вместе с объемами производства будет расти количество перерабатываемых отходов. Кстати, оно и сейчас немаленькое – около 300 кг в день. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.